Усе найгарячіше та найцікавіше ми, як завжди, за традицією, притримали наостанок. Тож приготуйтеся просто зараз насолодитися справжнім шоу-бізнесовим десертом. Останнім трендом світових гламурних тусовок стала любов до одягу із етнічними мотивами. Під час показу нової колекції від Ольги Навроцької під назвою «Inspired by Ukraine» вітчизняні селебритіс також спілкувалися про гламур по-українськи. Мені пригласила Навроцька, так що вона дуже крута. Я думаю, що сьогодні буде отличний вечір. Я шанувальник красоти по-українськи. Для каких-то новых поколений, возможно, нужно пересматривать и пересматривать свой взгляд на нашу, скажем, индустрию моды. Потому что прежние поколения, в принципе, уже давно оценили, скажем, наших дизайнеров. Это то, чего не было. Это все мы сделали и придумали сами. Это монеты, медальоны, вот эти фотографии мы их нашли, античные фотографии женщин украинских 19 века. Мы их заглазурировали, их сделали медальоны. То есть никто не сможет сказать, что мы за кем-то повторили. Мы это все придумали сами. Все дизайнеры, все стилисты, мы все делаем по-разному. Например, у меня наши с Ануки, у нас бренд Ануки Бичола, который от Ануки Бичола женщина всегда на каблуках, всегда такая близко на талии, такая очень женственная, сильная женщина от Ануки Бичола. Ну, я сейчас жду, какая женщина будет от Навроцкая. И потом я могу уже сделать какие-то результаты. Уверена, что именно так и будет, потому что наши дизайнеры, они профессионалы, у них огромный потенциал, они показывают уже, на что они способны. И мне кажется, что мы, как украинские, скажем так, поклонники наших дизайнеров, должны поддержать наших девушек и ребят, чтобы они чувствовали себя намного увереннее. Фани вітчизняної фешн-індустрії впевнені, що український гламур має лише одну проблему – жадібних клієнтів. Многие говорят: ой, вы знаете, я не готова заплатить такие большие деньги. Мне кажется, что все-таки вот за западный бренд это как бы обосновано, вот здесь украинский вроде как не совсем и стоит того. На самом деле нужно понимать, что это особый подход, это индивидуальный подход, и это не серийное производство, поэтому нужно, все розложити по полкам, тоді становиться все понятно. Для подолання цієї проблеми вітчизняним дизайнерам доводиться шукати клієнтів за кордоном. Виявляється, поза межами України вітчизняна етніка доволі популярна. Якщо річ зроблена добре, якщо вона якісна, дійсно, вона знайде завжди свого хазяїна. Я буквально сьогодні участвував онлайн в журі конкурсу French Hairdressing Award. Тобто це, скажімо, оцінював дизайнерів причосок Франції. Тобто мене пригласили як українського стиліста. І я вам скажу, я був, скажімо, з однієї сторони, приємно удивлен в тому плані, що ми можемо виставити аналогічні колекції далеко не хуже. На сьогоднішній день наші дизайнери – це дійсно огромні, перспективні, талантливі люди, які бачать, чувствують і мислять вместе с мировыми трендами. И я всегда считаю, территориально не нужно отделять там Украина, Россия, допустим, западные дизайнеры, как говорят, Европа, мир и так далее. Просто есть личности, и эти личности есть в Украине. И самое главное, что эти личности имеют сейчас возможность развиваться, возможность себя реализовать и возможность свой результат работы показывать на мировых подиумах. Я считаю, что Украине есть чем гордиться, и нужно показывать и продвигать, скажем так, в массы наши национальные костюмы, потому что они невероятно красивые, красочные, яркие, ну и всегда поднимают настроение. О боже, я обожаю украинскую тематику, даже я сам в переходе купил шарф украинский, я много раз, даже в Милане на показе или Дольче Габбана, или Армани, я был с таком с украинским шарфом, я очень люблю украинские, это узоры, там цветы, разные цвета, очень круто. Я вообще обожаю Украину.
На цьому огляд найпікантніших моментів шоу-бізнесового тижня, що минув, добігає кінця. Але нагадую, що ви завжди можете ознайомитись із нашим меню на сайті каналу m1.tv. До зустрічі!